Оригинальный подарок сотрудникам аэропорта Сочи и пассажирам сделали воспитанники Центра дополнительного образования «Ступени». В честь Всемирного дня авиации и космонавтики ребята подготовили зажигательное выступление. Площадкой стал зал регистрации пассажиров внутренних авиалиний. А в качестве музыкального сопровождения юные артисты выбрали фрагменты известных музыкальных композиций на авиационную тему. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая железна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Акция объединила почти три десятка исполнителей и более сотни пассажиров, находящихся в этот момент в зоне регистрации. Флешмоб, по признанию собравшихся зрителей, стал приятным сюрпризом.